Всем приветик, ребята! Вы на канале TNT Fox. Сегодня будем продолжать бомбить ночную пиротехнику. Еще доложил сюда петард. В общем, все, что принес, вы видите здесь. Также, кому интересно, зайдите с самой первой серии, посмотрите. Было очень круто. Взрывали классные салюты, ракеты. Короче, все, что здесь было. Еще, как видите, добавил много, чтобы было интересно. Таких штук, как самолетики, ракеты и все такое. Поэтому давайте, пожалуй, начнем с чего-то. Не забудьте поставить лайк на новые и следующие видосики, которые будут. Так, а с меня будут новые крутые видео. Так, ну, давайте начнем с вот такой супер мощной ракеты. Так, возьмем ее. Надеюсь, она вообще взорвется, потому что палочка здесь очень короткая. Не хотелось бы, чтобы она взорвалась на земле. Но я думаю, все-таки она полетит, потому что ракета реально мощная. Так, но мы отбежим на всякий случай подальше. Мало ли. О. Вау, смотрите, сколько дыма, ух ты шо. Вот это она бабахнула, такое эхо жесткое было. Просто супер. Так, ну давайте с чего-то такого начнем. Что у нас тут есть? Пулеметочки. Вот, ракетки. В прошлых видосах я забыл про них. Но, как видите, взял. Поэтому запустим. Давайте их поустанавливаем сразу. Взрывали салюты такие в прошлых сериях. Так что обязательно смотрите. Для вас же стараюсь, ребят, принес сколько пиротехники. Так, что с этой? Так, надо в ту сторону. Еще одна не взорвалась, ладно. Так, берем. Ага, вот что я хотел, вспомнил. Вспомнил. Ребят, классную штуку я хотел сделать. Смотрите, вот такой у нас есть механизм для запуска люцкугелей. Так, потому что мортиру я не взял, но у нас выручил салют, который мы бахнули в одной из первых серий. Так, закинем сюда. Так, и еще для супер классного эффекта у нас есть тут, смотрите, пулеметные ленты, но мы их целиком не будем бросать, забросим, сейчас я вам покажу как. Вот, я видел, такое так делает, и получается очень классно, только нужно вытянуть так, чтобы фитили не повредить, чтобы не повытягивать. Вот видите, некоторые вытягиваются, некоторые нет. Блин, не очень у меня это получается. Но, надеюсь, хоть некоторые взорвутся для эффекта. Чтобы я зря не рвал эту ленту. Короче, туда. Так, и давайте еще одну раз потрошим. Все-таки хочется вам показать крутой эффект. Но я думаю, так рванет нормально. Хотя бы некоторые. Блин, здесь вообще просто все фитили остались. Ладно. Так, утрамбуем по жесткому. Вот видите, давайте в руках одну, что ли, бахнуть. Так, ну давайте. Не рекомендую повторять. Блин, очкую, ребят, но... Блин, не хочу. Не знаю, кто их в руках взрывает, давайте так. Ух, так бахнули. Не хочу в руках ничего взрывать, ребят, повреждение пальцев и тому подобное. И вам не советую. Так, поэтому давайте смотреть так. Должен быть классный эффект. Много так прогорело, потому что я фитили повыдергал, но эффект классный. Типа вылетают такие петарды мелкие и взрываются, но что-то не очень сработало. Смотрите, как отнесло эту штуку. О. Давайте дальше. Так. У нас в кармане, так вот,
Блин, подальше кину, а то курточку можно прожечь. Затухла, зараза. Там его я ставлю. Так. Где-то тут я пулеметку оставил. Так. Так, есть такое дело. Главное тут ничего не раздушить. Давайте теперь петарду возьмем. Что такого бабахнем? Вот давайте вот эту. Мега Бенджер. Прям суперская петарда. Бабахнем ее. Так. Беру. Так и пираточку возьмем. Есть взрыв. Так. Дым. Давайте одну тут бахнем вблизи и посмотрим. Все затухло. Не будем подходить. Давайте вот эту. Так, что у нас еще? Мега-пираточка. Вот такая. Посмотрим, что с той петардой. Придется ее бросить. Есть, так, давайте установим где-нибудь супер мощную петарду. Так, сейчас, о, дыру пробью, вот такую, заложим и посмотрим, что после нее будет, вот так вот. Так, ну что, погнали. Блин, зажигалка уже забилась. Отбегаем подальше, будет взрыв мощный. Давайте глянем. Вот это воронка. Ледяная воронка. Да, класс. Так. Давайте ракеты позапускаем. Или давайте фонтан. Фонтан мы еще не запускали. Хочу очень фонтан. Так. Вот такой. Это у нас Иран. Silver Spider от кометы. Должен трещать просто люто. Посмотрим. Блин, туда искры полетели прям всю эту кучу. Так, постоим, а то еще рванет. Так, одену наушники. На всякий пожарный. Так, берем бабочки. Позапускаем бабочек. Разных кучу. Давайте вот такую красную. Все красные будут. Голубые и красные. Так. Выставим их здесь, на холмике. Поехали. Первый
первые две. Блин, неудобно, а по две ничего не могу сфокусироваться. Давайте в другую сторону отойду. Вот так. Как там говорят пословица, поспешишь, друг она смешишь. Так что не спешите с петардами, ребят. И взрывайте лучше... О, ко мне прилетел. И взрывайте лучше, ребят, с пола. О, смотрите, самолетиками в прошлой серии бабахали. Давайте сразу сюда. Вот мусор. Поэтому на петард... с петардами нужно не спеша. Инструкцию читать их кто не умеет. Самая большая бабочка. Так. Заберем, где она тут приземлилась. Удачно. Сюда ее к остальным, и малыш вот этот тоже сюда. Так, ну что, давайте дальше что-то взрывать интересного. Давайте блиц, что ли. Так, вот такой, и вот эту штуку возьму. Так, ну у нас еще есть вот такие малыши карандаши, давайте их и повзрываем. Не знаю, сколько здесь взрыва, но все попробую поджечь сразу. Здесь в руках не рванет сразу. Вот так вот. Так. Несем блиц. Здесь мы запускали что-то. Ага, крекинбол огромный. Давайте здесь блиц запустим. Ух ты, шо шандарахнуло, блин, на земле. Вот это да. Я так еще не пугался никогда, хотя я в наушниках прям на земле бабахнул. Чуть-чуть взлетел только. Так, ладно. Видите, поэтому нужно с пиротехникой поаккуратней. И возле домов желательно не взрывать. Особенно блицы и ракеты. Так, давайте вот эти штуки берем. Дырочка, кстати. Так. Это в карман. Все поджег. Что-то затухли две. Странно. А теперь сработали. Еще страннее. Есть такое дело. Аж сюда залетело. Так. Ставим сюда. Давайте запустим каких-то ракет. А, ракетки у нас Skyrockets, Салют, бабочка. Вот такая фиолетовая. И римские свечи давайте. Тоже. Так. Будет рокет-парашют первый.
Хотя, погодите, мы, по-моему, запускали уже ракеты в начале видео. Так что давайте, ребят, закончим видос каким-то салютом, как и обещал. Топовым. А ракеты повзрываем в следующей серии. Так, вот. Чтобы салют долго не ждал. Так уже затянулось. Поэтому, блин, надеюсь, он не будет нас стрелять опять. Потому что это не очень прикольно. Так, это тут у нас была земля. Куски. Во. Блин, такое все замерзшее, что негде взять. Так. Во, вроде установил салют. Посмотрим, как он будет лупить. Как в прошлый раз у нас. Или просто нормально. Но мы отбежим подальше. Топовый салют. Я такие связочками взрывал на Новый год. Но я, конечно, не все поснимал, ребят, но в основном салютики так поснимал. Все, которые были из таких. Постараюсь вам, короче, эти видосики выставить. Посмотрите потом. Не знаю, правда, когда их смонтирую, просто нету времени. Вот, ребятки. Но я обязательно смонтирую тот видос с салютами. Посмотрите. Может, он уже вышел, я не знаю. Так что, ребят, смотрите, сколько пиротехники осталось. Надеюсь, вам ролик понравился данный. Да, взрываем все это в следующей серии. Осталось еще куча ракет. Вот там подготовил. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить следующую серию. Продолжение. Будем бахать, дозревать. Смотрите новое, предыдущее видео. Обязательно посмотрите ночные. Было очень круто. Потому что пиротехники очень много. За раз все не выставишь. Ребят, длинные ролики очень долго монтируются. Поэтому я их стараюсь не делать. Так, 15 минут, я думаю, хватит взрыву на сегодня. Поэтому, ребят, будем заканчивать. Надеюсь, вам видос понравился. Поставьте, ребят, обязательно лайк. С меня продолжение. Еще крутые новые ролики. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать. Нажимайте на колокольчик. Смотрите здесь. Не забывайте, ребят, здесь ссылочку оставлю на второй канал. Кто не знал, у меня есть второй канал пиротехники. Оставлю ссылку здесь, также внизу в описании. Там тоже очень классные петарды, взрываю салюты и все такое. Поэтому, ребят, подписывайтесь, чтобы не пропустить. Смотрите, здесь 4 видео, они тоже классные, может быть, вы их еще не видели. С вами был ТНТ Фокс, всем спасибо за просмотр, пока-пока, до новых встреч!